Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. У меня будут большие покупки из Чижика. У меня два чека, я аж была в двух Чижиках, представляете? В общем, да, и в тот заходила, и еще в Глобусе даже побывала. Но в Глобусе у меня были совсем небольшие покупки. Так что, в общем, сейчас вам расскажу. В первом Чижике я потратила 1588 рублей, и во втором 887 рублей. Так, сейчас расскажу, поделюсь с вами, что я купила. Майонез 89 рублей. Купила майонез. Хочу поделать, может быть, какие-то салаты уже на съемку на кулинарный канал. Поэтому майонез, ну, просто нужен и необходим. А крабовые палочки 129 рублей. 200 грамм вот эти крабс вот этот. В общем, сочные, без усилителей вкуса. Тоже купила, знаете, хочу тоже, может быть, салатик какой на Новый год. Рыбу. Купила рыбу аж три упаковки. По 319 рублей она. Так, на тост с авокадо. В общем, прекрасная рыбка. Еле, конечно, нашла. Все берут, рыбу хватают. Обошла аж два Чижика. А, ну да, я же вам сказала, что была в двух Чижиках. В общем, взяла. Так, я ее сразу в холодильник уберу, потому что что-то подморожу, уже порежу на бутербродике. Взяла сосиски 179 рублей. Вот такие вот сливочные, хорошие. Бывает, это так, как говорится, куда-то там, если торопишься, на завтрак или вечером на ужин. Масло сливочное вот такое, 119 рублей. 82,5 теперь беру. Опять, как всегда, творожок. Творожок вроде тоже не подорожал. Сейчас посмотрю, по 49 рублей. Да, творог мягкий, 49 рублей. Ну, творог я беру, потому что это на завтрак. Курица 189 рублей. Взяла вот такие бедра. В общем, две упаковки взяла. Потому что, ну, посмотрела, ну что тут, в одной упаковке вот три бедрышка. Вот в этом вот четыре бедрышка. Но я там лазала. В общем, все в основном расфасованы по три. Я сейчас подсела на отварную курицу. В общем, такая вкуснятина. Просто варю в кореньях, сельдерей добавляю, морковки добавляю, лук добавляю. Пожалуйста, можно потом на этом бульоне суп сварить. И вот у меня полная кастрюля вот такой отварной курицы. Да, может быть, грудку лучше, но грудка суховатая. Я снимаю, в общем, весь жир лишний отрезаю с бедер, снимаю полностью кожу, отвариваю, тоже хорошее такое мягкое мясо. Поэтому вот так. Взяла аж две упаковки, потому что, ну что там, три штуки. В фикс-прайсе, представляете, побывала в фикс-прайсе по 59 рублей, наконец-то нашла эти ручки. А! 5 фикс-прайсов отбегала и только в одном нашла. В общем, взяла 3 набора черных. Обязательно тоже сниму, скажу свое мнение. И 2 набора вот таких цветных. Но тут нету черных. Тут получается 2 синих, 2 красных и зеленый. Я тоже взяла по 2 набора. Ну, то есть 2 набора. Потому что, чтобы мне точно хватало на спиральку. Вот, я люблю очень красными ручками раскрашивать, и зелеными люблю, и синими очень красиво получается гелевыми спиральные раскрашивать. Прям очень красиво. Поэтому вот 5 наборов я сняла. Кому интересно тоже мое мнение послушать, обязательно сниму. Вот у меня даже тут чек. Обязательно сниму обзорчик. По 59 рублей они. Не устояла в Глобусе, взяла вот такой рифленый московский картофель, соленые грузди. Какая-то новинка, я не знаю, я такие еще не пробовала. В общем, взяла, ну, чисто полакомиться. Буду смотреть, может, сериальчик какой-то, и вот эти груздички-то поем. Дальше взяла лук зеленый, это на салатик, также на винегретик. Ну, что-то, вот я чек-то я взяла в Глобусе. Да, взяла. Взяла чек, и лук получается по 64 рубля. 100 грамм. В общем, 640 рублей килограмм. В общем, я взяла 200 грамм на 129 рублей. Вот так. Это на салатике. Дальше я взяла, еще не буду показывать, лимонадики. Вот, лимонадики там взяла. Тоже недешевые.
Вот, но, как говорится, для сосудиков, для здоровья. Вот. Так. И взяла колбаску. Взяла колбаску. Сейчас покажу вам какую. Вот такую взяла в обсыпке. Какая-то колбаса в обсыпке, в пряностях, на сервелат бельгийский. Вот такая, но она полежит еще, я надеюсь. Срок годности, в принципе, нормальный. И, в общем, мне вот такой батончик, здесь 400, она вообще по 1240 рублей килограмм. В общем, ровно на 600 рублей с пряностями мне вышла вот эта обсыпная колбаска. Так. Так, как-то ее надо положить вот так. Погода, конечно, сегодня такая, оставляет желать лучшего. Так, в глобусе я потратила тоже 2500. Ну, в общем, сейчас все приплюсую, посмотрю, сколько я сегодня потратила. В общем, лимонад у меня вышел один на 1000, другой на 749. Ну, вот такие цены. Так, тут у меня все. Также в Чижике взяла две бутылки воды. Есть сентучков своих любимых. Так, они мне нравятся. Солененькие такие, знаете, целебные. Буду поправлять. Здоровиться. Так, почем есть сентучки? Давайте вам скажу. Так, по 34 рубля. По 34 рубля. Здесь полтора литра. В общем, это для здоровья. Взяла вот такое молоко с крышкой. И взяла молоко, которое я обычно тоже беру вот это домой. 2,5%. В общем, две бутылочки таких взяла. Так, две бутылочки. Если честно, я вообще думала, что потрачу в Чижике больше даже денег. А у меня получилось даже поменьше. Вот, две бутылки молока. Две бутылки молока. Так, не поехало бы у меня это ничего, да? Так, я хочу сейчас все на стол. И взяла кабачок. Вот. Кабачок такой большой. В общем, стоит даже дешевле, чем летом. В общем, 89 рублей килограмм. Мне этот кабачок или пожарю, или немножко пожарю. А половинку на суп. У меня есть там тыква. В общем, на суп пюре. Я считаю, это очень полезно. В общем, купить один кабачок вместо чего-то там такого вредного. Мне он вышел на 69 рублей. Такой огромный кабачище. Здесь 800 грамм. Вот. Так что, вот так. И туалетная бумага. Показала я вам туалетную бумагу? Не помню. Вот, и туалетная бумага. 8 рулонов с такой овечкой. Туалетная бумага, не знаю, подорожала, не подорожала. В общем, то-то-то. Вот бедра. По бедрам вам расскажу. 189 рублей килограмм. Одна упаковка бедер у меня вышла на 150 рублей. Вторая упаковка на 130 рублей. Я считаю, это вообще копейки, потому что я прошлась по глобусу. Там вообще все дорого. Курица дорогая. Все от 300 рублей. Вот, от 300 рублей. В общем, какой же на улице ветер. Я еще в шапке, вся такая закутанная. Надо было еще кофту одевать. Ветер ужасный. Тепло, правда, где-то плюс 14 у нас, но ветер это что-то с чем-то. Так, ладно, я эти сумки сейчас повешу. Ой, поставлю вас. Не завтракала сегодня, так что побегу. Всем огромное спасибо. Обязательно пишите мне, что покупаете вы. Вот, у меня еще кое-какие покупки будут. Так что вот такие у меня были покупки. Пишите, что покупаете вы. Мне будет тоже очень интересно. Всем огромное-огромное спасибо. До свидания и пока-пока.